Приветствую зрителей моего канала. Ни для кого не секрет, что дисковая пила является одним из самых опасных столярных станков. Когда я работал в цехе, примерно треть наших столяров была мечена дисковыми пилами, фуганками или фрезерами. Не исключение и я. Пальцы остались на месте, но пришлось поехать к хирургу, наложить несколько швов и потом месяц быть на больничном. Поэтому к теме техники безопасности я отношусь очень категорично и в работе всегда использую толкатели. Причем у меня есть и вот такие вот конструкции из ДВП, которые одновременно и прижимают, и проталкивают деталь. Есть толкатели, которые одеваются на линейку, вот таким вот образом. Есть вот такой вот эксперимент, который я сделал, посмотрел видео Джимми Диресты. Но чаще других я использую толкатели в виде вот таких вот планок. Вот мои самые первые, которые сделаны года 4 назад. А вот на этом толкателе впервые появился вот такой вот обратный зацеп. Потому как протолкнуть заготовку через пилу — это полдела. Часто ее нужно еще забрать назад. Но тянуться через диск довольно опасно. Поэтому я сделал зацеп. И эта идея оказалась очень удачной. Поэтому я начал экспериментировать. Были вот такие вот толкатели с двумя зацепами. Но постепенно эта идея эволюционировала вот в такой вот вариант. Широкая планка и два зацепа. Причем по мере работы обязательно где-то в пилу заедешь, где-то скол пойдет. Чтобы не делать новый толкатель, я его просто обрезаю и опять вырезаю уступы. Таким образом мне удается сделать 4-5 вырезов. Кроме того, у меня есть и вот такие вот тонкие толкатели, тоже с зацепом. И даже вот такой вот длинный, метр длины. Но это для больших деталей. Ну вот, пожалуй, и все на этом. Кому понравилась моя идея, берите на вооружение. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Ну а на этом на сегодня все. Встретимся на моем канале в следующем видео. Всем спасибо за внимание.